подарки получили от Собянина? Получили колбасу. Ну, хоть что-то, и нам тоже коробку подарочную за тебя, ну, привезли, ага. Подарок. Лен, далеко? Ну, сейчас поднесу, но немножко это сам не гринет от нее, ну. Алло. Я быстренько, потому что это новостей нет, войну. Нас первых уже домой отправят в феврале. Не знаю, там кто-то вчера в чате написал, якобы уже есть списки, то, что в феврале начнется новая волна мобилизации. Наших типа должны домой отпустить. Я говорю, вы понимаете, сейчас по всем направлениям идет наступление. Я говорю, никто не будет их отпускать, потому что дырки не должны быть пустые. Должно уже пригнали всегда... новых, кстати, одну посадку. Новых пригнали уже одну посадку. Да? Да, они такие здесь, всего лишь неделю такие. А когда ротация? Мы такие. Да ладно. А, кстати, по вашему сватовскому направлению, блин, из Калининградской области сбежали 8 человек. Они с пулеметами на попутках доехали до Московской области и сдались в полицию. Прикинь?